Не нужна ни мясо, ни каша, ничего да? Не надо, да? Только травы дайте. Вот все. Вот что значит естественная среда обитания, да? А вкусно-то как, господи, скажи, зачем нам наше мясо? Зачем нам каша? Зачем нам ягоды? Дайте овса пророщенного. Ага. Эльза понюхала, говорит, мать, ты что дала мне? Что это такое? Где мое мясо? Сейчас вам тоже дадим, подождите меня. Счастье сколько у детей. Ай, как вкусно!